мире нет ничего, кроме самой природы, кроме мгновений бытия. Тех мгновений, из которых состоит жизнь. Мы тоже часть природы. Та ее часть, которая смотрит на саму себя, которая может осознавать саму себя, которая может творить. Мир, познающий самого себя, — это мы. Не это ли самое большое чудо? Жизнь дана нам в ощущениях. Познавать окружающее, прикасаться к ним. Это значит прикасаться к самой вечности, к самой сути жизни. Счастье. За ним не надо гоняться. Оно всегда с нами. Нужно лишь открыть свое сердце, быть искренним, быть самим собой. Разве не счастье видеть небо, звезды, росу на траве, ощущать тепло солнца, прикосновение ветра к щеке? Испытывать радость от самых простых ощущений — это очень легкий рецепт жизни, но и самый сложный. Потому что мы привыкли ценить иллюзии, но равнодушно проходим мимо самого дорогого в мире. Того, что всегда рядом. Стоит только протянуть руку. Жить — это значит любить. Любить этот мир, его волшебные мгновения, которые не купишь ни за какие деньги. Нет ни прошлого, ни будущего. Все это только наши мысли. Есть лишь бесконечное настоящее, которое оживает, как только мы прикасаемся к нему, когда мы чувствуем его, которое наполняет нашу жизнь смыслом. Не нужно никаких богатств, чтобы быть счастливым. Нужно только наши усилия, искренность, творчество,
движений.